Здравствуйте, друзья! Вы на канале Арт Мимишки. И сегодня очень интересный способ рисования снеговиков. Когда я назвала ролик «Самый быстрый способ», то я совсем-совсем не лукавила. Он действительно очень быстрый. И нарисовать снеговиков вы сможете буквально за минуту. Это правда. Если этот способ понравится вашим детям, то я вам гарантирую, что вся ваша квартира будет в этих снеговиках. Потому что способ смешной и интересный. Может быть, вы его знаете, тот, кто не знает, тот сейчас его резко узнает. Что вам потребуется? Вам потребуется мисочка. В этой мисочке должна быть белая гуашь. Белую гуашь сделайте немножечко с водичкой. Небольшое количество воды добавьте. Она должна быть похожа на сметану. То есть чистой, вот много воды не добавляйте, иначе у вас будет просто рисунки неяркие. Вам потребуется обычный пакетик. В этот пакетик вы добавляете немножко воды и завязывайте этот пакет таким образом, чтобы у вас получился вот такой вот уголочек, наполненный водой. Берете любые заготовки, уже прокрашенные. Вот у меня, например, заготовка прокрашенная. Или вы берете картон. Я в данном случае вот взяла синий картон. Опускаете свой вот этот вот свою заготовочку, опускаете в белую краску. И начинаете штамповать снеговиков. Смотрите, вот так вот. Раз. Опустили, подняли, у вас получился очень ровный кружочек. Все будет зависеть от того, какое количество воды в вашем пакетике. То есть, если вы опустите его достаточно вообще сильно, то у вас получится вот такой вот такая заготовочка. Если чуть-чуть поменьше, получится другая заготовочка. Ну, соответственно, поменьше получится. Вот видите, вот такой вот такая заготовка у меня получилась. Давайте вот здесь вот, на этом листике, на цветном сделаем. Так, опускаю, получаю заготовку. Я могу сделать на 2 комочка, могу сделать и на 3 комочка. Вот здесь вот у меня будет вот так вот, 3 комочка. Только каждый раз, когда вы рисуете этот комочек, нужно опускать ваш пакетик в краску. Теперь ждете, пока высохнет ваши заготовочки, когда они подсохнут. А, да, вот забыла вам сказать, что еще можно сделать. Остается достаточно много красочки в вашей миске или там в баночке, с чем вы работаете. Вы берете салфетку, мнете ее, хорошо помните, и опускаете вот в эту вот мисочку и пропечатываете снеговичку снег. Работа, слушайте, увлекательная, и для взрослых, и для маленьких. Вот так вот пропечатали снег. Или более нежненький снег вы пропечатываете. Вот так вот такие вот снежочки. После того, как ваши заготовки подсохнут, вы начинаете рисовать снеговика. Я, вы знаете, ну просто вот честно говоря, даже не буду и рассказывать, как этого снеговика рисовать. Вы рисуете его так, как считаете нужным, как вам нравится. Сейчас я покажу, я вот просто вам показываю, что, как вы начинаете работать, да, ну, что я вам показываю, как вы начинаете работать. Как можете, так и работайте, как хотите, так и рисуйте. Так, вот такие вот, у меня такой снеговичок, я хотела его нарисовать, что он смотрит у меня на звездочки. Так, не буду дальше продолжать, и это все понятно. Давайте просто посмотрим, что у меня получилось. Какие снеговички у меня получились. Все будет зависеть от вашей фантазии и от ваших умений и навыков. Вот самый простой снеговичок для детей, ну просто 5-6-летнего возраста. Нарисовать будет очень легко и просто.
Вот такой вот, такая, такой снеговичок, но это прям снежная баба у меня какая-то получилась. Тоже очень смешной. Вот так вот можно нарисовать. Тот, кто любит, у кого много друзей и идет на вечеринку и хочет их порадовать какими-то открыточками. Смотрите, помните вот этот вот фон? У меня был ролик, как получить вот фон с такими пузырями. Очень интересно, я взяла и сделала открытку с котиками, с тигрятами. Вот такая открыточка может быть. Ну, все знают, как я люблю котиков, поэтому вот такая вот открытка или картинка с большим количеством котиков у меня нарисованы. И снежный котик, и настоящий котик, и еще луна-кот, луна-тигр, я бы хотела сказать, для тех, кто хочет поздравить с наступающим праздником своих родных и близких. Вот такое количество ярких, нарядных, смешных открыток у вас может получиться. И я вам доказала, что нарисовать их действительно можно очень быстро. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, с праздником чудес, с праздником волшебства. Дарите родным и близким подарки, подарочки и открытки. Хорошего всем творчества. Я прощаюсь с вами. Пока-пока. Еще увидимся.